Зависть – очень инфантильное чувство. Это желание забрать то, что часто даже невозможно забрать. Потому что могут завидовать, например, красоте. Но вы не можете забрать красоту. У другого. Ну, забрать можете, прицепить вряд ли. И оно разрушительное. Конечно, разрушительное, потому что это фрустрированное желание. Желание, которое обречено на провал. И оно, конечно, разрушает.